Сейчас я вашему вниманию хочу представить грузовик, или как технологическая машина она больше считается, КАТ-Д, КАТ-740, в простонародье именуемый Гоблин. Значит, вот такой вот у него спортивный руль, коробка передач автомат, значит, сама коробка передач, положение разгрузки кузова и вот такие вот приблуды, как на настоящей спортивной машине. Такой вот вид мы имеем из кабины. Кабина находится посередине, с обеих сторон у нас площадки и большие вместительные зеркала. Пойдем работать на экскаваторе. Здорово. Вот здесь такая маленькая сидушка, и здесь тоже так все. Специально для кепок. Все очень интересно, да. Раз. Специально для кепок. Тут даже на этом мягкое.